Впервые в городе, в мире и во Вселенной проходит конвент новаций 2033. Старшеклассники из нескольких школ города представляют, какой будет наша страна и вся планета через 20 лет. Эта идея сформировалась в Бинке, бизнес-инкубатор молодых предпринимателей, который функционирует у нас. И привлекли мы 9 команд. До финала дошли 8. Они представляют различные проекты, различные сферы. Это сферы питания, сферы развлечения, сферы науки, транспорта и многие другие. Любая утопия – рассуждение на тему, что сделать, чтобы ничего потом не делать. Фантазия навела школьников на то, что в 2033 году в шкафу любого офисного клерка будет вот такой помощник. Он расскажет, что надеть на любой случай жизни. Робот-человек станет стилистом и имиджмейкером на каждый день. Современных модников в будущем ждет много потрясений. Все будут ходить, и мужчины, и женщины, то есть в одинаковой одежде, практически. Вот. Все будут такие разукрашенные, то есть не просто у мужчин, женщин косметика там тушь, а у всех разукрашенные лица, то есть вот как у меня, например. Практически полностью исчезнет любая нагрузка, как психологическая, так и физическая. Новационные гаджеты превратят спорт будущего в легкое и приятное времяпрепровождение. Надень мега-кроссовки, и ты лучший в мире футболист. Возьми в руки мяч, и он попадет в любую запрограммированную цель. Открытым остается вопрос, какой же смысл в таком спорте? Будет эффект, что будет создаваться новые виды спорта, возможно, что у них будет специальные... Вот принадлежности, которые там больше логика будет участвовать. Даже сельское хозяйство существовать перестанет. Картошку и морковку будущего люди будут привозить с другой планеты. Там же будет и мясо, для получения которого не нужно убивать животных. Хорошие новости ждут не только пацифистов, но и худеющих. Будет существовать такая профессия. Это люди, которые помогут обычным жителям планеты Земля разработать специальный индивидуальный рацион для каждого человека, который будет ходить новые полезные продукты. То есть это как специальная индивидуальная диета. Ребята в разработку проекта вложили душу. Еще бы. Фантазировать о мире, в котором предстоит жить. Полезный фастфуд, легкий спорт, фольга как обязательный атрибут будущего и никакой школы. Рай на земле. Проблема одна. Чтобы задуманное стало реальным, нужно начать создавать будущее уже сейчас. Все в руках этих самых школьников. Мария Авдеева, Олег Мелехин, РТВ Иваново.